Уборка зерневых на Гомельщине может начаться уже на наступном тыдне. Первыми на поле выйдут комбайны у Брагинским, Хойницким и Наравлянским районах. Крыху позднее до их подключатся и остатние господарки в области. Зараз многое залежит от умов надворья. Вясново-летняя спякота уже унесла коррективы у планы аграриев. По попередних даденных на полях региона по причине засухи загинуло амаль 70 тысяч гектаров посеву. Потерпели в основном зерневые и зернебобовые культуры. Зараз гэтые площади перасеиваются. Урожай из их пойдет на кормовые меты. Сегодня аграрии в области заняты переважно уборкой рапсу. Сёлета гэтая культура займает площадь у 45 тысяч гектаров. 20% уже убрали. Работа вядется так само и на льняных полях. На сегодня вытереблено больше за 100 гектаров. Агульная площадь посева у 4 тысячи. А на мехдворах региона спякотный сезон подрыхтовки техники до зернеуборочной кампании. По состоянию на 7 июля готовность зерноуборочной техники составляет 86%, но ставится задача выйти на уровень 95% готовности. При такой готовности мы сможем за 22-24 дня убрать зерновые культуры. Поэтому эта задача стоит перед всеми районами. В принципе, она выполнима. Агульная площадь зерневых и зернебобовых культур в Гомельском регионе 297 тысяч гектаров. Плюс амаль 60 тысяч гектаров кукуруза на зерне и 5 тысяч отведено под бульбу.